Так, утро мне нужно и левел мне нужно. О, силу качать до 20. А, и мне утро, пожалуйста. Что-то долго грузит, по-моему. Странно. А, не лагает меня постоянно здесь. Так, мне так, блин, наставил. Блин, лагает реально что-то. Долго грузит и лагает. Так, мы едем не к костру, мы едем к великану. Великаны резаются 100%. Что предыдущие все резались. Так, хочу убедиться в этом все равно. Что тут огромное, да. Огромная куча великанов. Входят и входят. Так, мы их объезжаем. Связываться с ними еще раз мы не будем. Мы едем к последнему великану, которого мы не трогали еще. Ой, блин, какая красота. Может быть, не очень красиво, но довольно прикольно. Так, это воет кто-то? Так, волки мне не нужны. Так, стоп. А вот мой великан. Там, наверное, спущусь, да? Я что-то не упал. А, вот здесь вот я был. Хочу я сначала к великану, либо к кувшину. Дайте к великану сначала, великан поинтереснее. О, стелс. Я умру на рычаге поменять. А, теперь он рычит, да? Сейчас это оранжевый появится, мы в него добьем. Да, кай. Мау, прикинь, Цесус успеть. У меня сейчас есть на Цесус. Смотрите. Ну, сейчас и резнет, погодите. А чё он не резает, блин? Или он вообще не... Мне кажется, он просто из-за этого вообще не резнул Эстус. Там сообщение, но там я вижу, что ничего нет. Поэтому туда мы не пойдем. Этих крыш довольно много, и они все пустые. И внутри у них тоже ничего нет. Так, а где кувшин застрял? Я уже забыл. Где-то тут вроде бы, да? Там выше, наверное. А, стоп, это что за метка? А, это метка дальше. Это метка, где, по идее, низ... Да, это вон там вот у нас самый низ, а вот это чуть повыше. И там вот, вон, это врага. Таргет не берется. А, это не враг, это дерево, потому что... Ну, там, короче, это пиявка была, кальмар, который... Оп, дабл килл. И вон там вот вроде был кувшин, да? Сейчас мы к нему приедем. Так, ну по NPC у нас... один дал ему квест сказать куклам спасибо или поблагодарить их за что-то. Чел бьет себя его... А, чё? Чувак, ты все в порядке? Осуждаю, блин. Так, что это за мост вообще? А, это вот этот мост, окей. Но мы сейчас идем вот сюда, по этой штуке, на... А, ну, кстати, нет. Мост мне не надо. О-о-о. А, нет, это хрень. Это Эстус от Регени. Это вообще не надо, я не знаю, зачем он тут стоит. Это Эстус просто Регени, да? Да, зачем он вообще тут нужен? Вообще здесь столько Регена Эстуса на обычных мобах, так что... А, вон кувшин. Все, нашли кувшин, хорошо. Давайте вот этих пиявок поубиваем. Тут комар.
А, эта штука уже на меня прыгает, блин. Так, комар летит со мной. Комар, блин. Ладно, комар, хорошо, я сейчас лук достану. Думаешь, самый умный? А, блин, чувак, ну у нас тут война с комаром, не видишь? Так, а, тут еще много живых, кстати. Ладно, давайте с ним посражаемся, так уж и быть, раз он хочет. Так, комар, блин. Ты не хотел вроде сражаться. А, комары, блин. Ясно. Ха. Съел? А, еще один. Давай, давай, давай. Чё ты? Давай, иди сюда. Боишься, да? Ты чё смотришь? Ну-ка не прыгай. На тебя, блин, просто с первого удара почему-то кританул. А, и со второго тоже. А может я в мордочку его критую? Не знаю, пока не понимаю, почему. Еще 100? Ни хрена. Нормально у тебя все с уроном? Комар, мы с тобой еще не закончили. Он со мной, по-моему, уже закончил. Нет, все, долетался. Так, это вроде меня не трогает, поэтому пусть летает. Вот такие осьминога, по-моему, нужны для крафта мяса, да? Там много в чем нужно для крафта мяса еще, по-моему, это другой рецепт. Наверное, не буду супер крутым. Осьминогов тут много. А черепах, кстати, очень мало, и они довольно редкие. Мне кажется, черепах стоит убивать. Как бы я не хотел этого делать. Черепашек мало. Лук синих, возможно, все-таки полезный. Вода, поэтому здесь этот чувак, видимо, и обитал. Так, идемте к кувшинку. Что он нам скажет? Сейчас, погоди, тут битва с комаром. I'm stuck. Hello? Anyone here? Погоди, у меня комар. Комар важнее. Ты это, никуда не уходи, я сейчас приду. Где он? А? Комар? Ну, его как хочешь. Hello? Hello? Do you hear me? I'm stuck. Hello? Действительно, stuck. Anyone? Oh, my stars! I'm so happy to see you. I am Alexander, also known as the Iron Fist. And as you can see, I'm stuck here. Please, can you help me out of this? My thanks, a thousand thanks. Just give me a good smack from the rear with something nice and big. And I'll pop clean out, I'm sure. Don't dally. There's no need to fret. I'm very well trained. Give it your all, I say. Come on. Give me a good smack from behind. Хоть не сзади. I'll pop clean out. I'm sure of it. Come on. О, череп не улетает. На тебе. Нет? Да, рука не работает, окей. А муракума же у меня есть, лол. Муракума точно работает. В смысле нет? О, ликование. Силовая сработала. Че, нападет теперь на меня за то, что его избиваю тут? А, ликование. Вот оно. А что ты такое?
Окей. Ah, well played, good lady. Well played. Though that mighty wallop of yours almost spelt the end of me. Ah. Well, I'm out now, and that's what counts. I thank you. Ты кто такой, блин, чел? Почему ты кричишь? As a token of my appreciation. Блин, у них есть анимация, когда нам что-то дают, супер круто. О, изысканное мясо. Воин кувшин. Warrior Jar. Iron Fist Alexander, in fact. Alexander Fist. I journey to the east, where I intend to further my education in the ways of war. And beyond these lands lie the scarlet, rot-blighted Kaelid Wilds. Нет, по-моему, я там уже был. Redmane Castle, in which a festival of combat is being held. I'd heard whispers of such festivities before. Doesn't the notion set your breast aflutter? I'm heading eastward to Redmane Castle, on the southern edge of the scarlet, rot-blighted Kaelid Wilds. Мы там, кстати, достали штучку. Штучку. Гнилая смазка. Заражает врагов красной гнилью. А? Интересно. Как он сюда попал? Я думаю, его кто-то взял, какой-нибудь великан, и вбил сюда, и хотел использовать как горшок. Ну, понятно, для чего. Так, это что? Это проход к мосту, да? Да, это он самый, мы пока его не трогаем. Мы тут еще пройдемся. Так, с этим чуваком, я так понимаю, мы на востоке встретимся теперь. До востока, я думаю, мы не скоро дойдем. И, наверное, следующая локация, которую я хочу исследовать, это именно вот эта. Раз у меня ее, блин, половина уже открыта. Блин, просто взял и заспойлерил себе полкарты. А вот это, наверное, это вот этот мой остров, да? Я его еще, наверное, буду исследовать. Так, мне нужна карта этой штуки. Что это за спойлер? Это карта? Да, как понять, где карту взять, интересно? Потому что здесь никаких, по-моему. А, может, тут были обозначения, пока я еще не взял карту? Блин, ну, кстати, столько всяких значков теперь появилось. Довольно классно. А что мне тут души делают? А, это, наверное, под землей. У этой штуки. Да-да-да. Вряд ли это сверху, у меня души застряли. А тут, кстати, два значка. Могила. Или один. Просто так выглядит. Блин, ну карта, кстати, очень крутая. Мне нравится, какая же карта. Так, здесь я побывал. Пойдемте к костру, наверное. Или нет? А, мне, кстати, показывает, куда мне дальше, и дальше мне туда, да? Видимо, здесь босс. Но, а, так лол. Не знаю, куда мы сейчас пойдем. Мы пойдем в южную часть теперь этой штуки исследовать вот эту всю. Потому что тут, я так понимаю, вот где-то вот по этой границе я все исследовал. Сейчас я убедюсь в том, что ничего не пропустил. Я не помню, был ли я вот тут. А, был, был, да, я что. Все, я там был. А, погнали тогда на... Нет, не на этот костер. И не на этот, нет. Это под землей вообще костер, вот на этот. Блин, ну ТП из любого места звучит даже читерски немного. Я не знаю, нравится мне это или нет. Так, не хочу тут волков агрить. Но если они... стесняются на этот раз на меня нападать... И поедем сюда. Тут нет пещеры, тут так темно, там ничего не видно. Это что? Ага. Как и думал. Так, сейчас день, в принципе, нормально, поехали. Скалу залезть, наверное, нельзя. Интересно, тут есть реальные места, где нужно. В которые можно пройти только если ты пригнешься. Лени тут.
Но тут более пустовато. Я так думаю, кроме той штуки, которая на карте помечена как кружочек какой-то, ничего больше не будет. А, медузы. Да, давайте сначала этот лес исследуем. Он тут сверху, он хорошо расположен, мне нравится. Выглядит довольно... Сколько тут медуз? What the fuck? У вас все нормально? Количество медуз? Давайте я, пожалуй, не буду трогать этих медуз. И все равно ничего не падает, уж за них мало дают. Лута с них нет. Тут чуваки почему-то умирают. Понятно, почему они умирают. Гений, блин. Не сдавайся. Ну... Сейчас, погодите. Чел, с коняшки хотя бы сделай это. Я не знаю, на что он рассчитывал. Так, вот это давайте еще раз. Как сильно у него не получилось. Ты даже не попал, блин. Ну, кстати, блин, приземлился. Так, давайте посмотрим на карте. Нам туда вообще не надо. Блин, хотя... Какие-то острова, блин. Давно это бред. Это... И сейчас буду тоже, по-моему, пытаться тут прыгать. Тут еще дурашная эта надпись, не сдавайся, блин. Так, дайте мне все пятна прощупать сначала, и после этого я решу, что мне делать. Так, это другой. Так, с Либарды, чел. Где на Либарду нашел? Но нет, они дохнут. Тут без шансов. Не-не-не. Так, еще один чувак застрял на месте. Прыгнул и... Ну нет, они даже не туда прыгают, мне надо. Ну да, тут, видимо, они уже пытались, и они не допрыгнули до этой штуки. Хорошо, ладно. Блин, просто возможно... А что, если туда кто запрыгивает, у них удачный трай, и они же не умирали, значит, их знаков не появляется, блин. Надо попробовать. Появляются только неудачные попытки. А удачных же нету. Это призрак? Или это лошадь, враг? Вроде нет. А, скелеты, блин. Не забей бы медуз. Кузнечный камень первого тира тут. А, я знаю. Нажал. По двоих. В смысле, не по одному не попал? Ох, ладно, хорошо. Так, еще будут скелеты? Скелеты на кладбище, да? Я тут почитать что-нибудь хочу, вроде ничего не читается. Блин, медузы слишком близко плавают. Или что они там делают, летают. Тут ничего не читается, вроде. Просто, видимо, скелеты тут усилили. Ну, кстати, у меня достаточно титанита, чтобы пушку уже на плюс 2, ой, на плюс 4 даже догрейдить. Да, да, у меня есть две штуки. Но у меня нету этого. Кто мне это прогрейдит? Потому что у меня только эта штука, да, плюс 3 может грейдить. Ты нападаешь на меня? Я думаю, что... Мне, конечно, хочется убить парочку, чтобы они не мешали мне. Но я боюсь, что я ударю одну, а согрится все. А медузы довольно бесполезны. Пока что я не нашел им применения. Ни разу не видел с них лута, душ за них очень мало дают. Связаться с ними пока не хочется. Не вижу в этом смысла никакого. Так, выше, я думаю, не смогу попасть. Кто это? А, это кабан. Ну, тут на лошадке ко мне уже едет. Кто? Кто, блин, будет факел бы не помешал, на самом деле. Сова? Не знаю, что у меня, кстати, совы тоже, но на всякий случай. Как будем убивать всю живность? Факел так улетает, конечно. Но улетает, мне, наверное, даже нравится то, что он так улетает.
Немного странно выглядит, но окей. И тут ничего нет, да? А это ищите все место. Тут много всего, походу. Ладно, поехали исследовать. Ну, тут я был. Ну, по-моему, просто это кладбище медуз. С скелетами. А, там агрессивные? А почему? Я же вас не трогал, эй, медузки. Или она с кем-то другим агрессивная? Ну-ка, блин. Признавайся, медуза, кто тебя обидел? Эти все мирные. А там агрессивные. Я, блин, сейчас на нее нападу, и все остальные станут для меня агрессивными, да? Я правильно понял? Лутик, они, кстати, не печалятся, то, что я у них ворую. Но лутикам плевать, мне главное, чтобы я их не трогал. У тебя, да, агрессивные. И я уже в бою с кем-то, блин. С кем? Я никого не трогал. Ни одной медузы. Там две агрессивные, и они явно байтят, чтобы я их ударил, и все остальные стали для меня агрессивными. Ну-ка, блин. Прах солдата Годрика. Ага, можно этих солдат тоже призвать. Я вижу, там арбалетчик есть. Они же байтят, да? Скелет? Да, скелет отстают. Давайте сюда скелет идите, потому что там медуз, и я не хочу задевать их. Медуза, уйди, пожалуйста. Нет, медуза. А, пусть встанет лучше. Не хочу медузами связываться. Так, это вас задел, да, это уровень. А, ну хорошо, медузы не потрогались. Я по-прежнему байт у нас, да? Давайте сюда тогда сначала сходим, потом посмотрим, байтят они нас или нет. Так, там я был. И там я еще буду. Да, еще пойду. Так, ну что-то охраняет. Давайте заберем по-быстрому и не будем их трогать. Ага, я там плюсы. Магическая смазка. Ага, магическая смазка. Да вы... Да ну вас нафиг. Вообще, вы слабый противник. Сейчас я вам, блин, разберусь. Почему они все так сильно стали? Ну, забайтили. Давайте сейчас быстренько почитаем, что такое смазка магическая. Думаю, знаешь, что это такое? Будет. На оружие смазка добавляет урон магии при атаке, затвердевшая смазка из смеси магических материалов, создаваемый предмет, покрывает оружие и позволяет носить магический урон, а на эффект длится недолго. Все, да. Очевидно, очевидное. Тут вроде лута больше нет, не знаю. Может уйти отсюда просто? Ну, блин, медуза, кстати, выглядит очень красиво. Такие, сначала они призрачные, синенькие летают, а потом после их убийства, после их агро, они становятся красными. Супер полдежный выглядит. Медузы классные. Ну падает с ним по-прежнему ничего не падает. И немного растаивает. Что медуза пока самый бесполезный противник. Блин, какая же муракумау ешь, ну это жесть. Ренджовая, точнее. А, лутик, кстати, о лутике. А, ни хрена себе лутик, какая-то роза, блин. Ну, я думаю, это будет роза в большом количестве встречаться. Просто сейчас она редкая для меня, потому что я впервые ее встретил. Кровавые розы растут, расцветающие в пропитанной кровью земле. Особенно любимые теми, кто служит повелителю крови. Слава его неминуемому правлению. Неминуемому правлению. А, и еще, кстати, я подобрал прах вот этих чуваков. Это солдаты Годрика, которых мы тут массово убиваем.
Горстка праха, где все еще обитают духи. Используйте, чтобы призвать духов двух солдат Годрика. Это дуэт духов состоит из обладателя разрушительного молота спереди и арбалетчика сзади. Солдаты, служащие Годрику Старукому. Это то, что осталось от армии, бежавшей из королевской столицы Древа Эрт. Да, этих чуваков мы убиваем. А тут я читал. Он был одним из двух рыцарей, призванных крыльями бурями. После изгнания он привлек внимание повелителя дарующего благодать. Позже Олег стал его правой рукой, убил сотню предателей и заслужил звание героя кладбища Древа Эрт. Это не читал, по-моему, кстати, медузу не читал. Парящие духи, освещающие окрестности. Эта чувствительная медуза блуждает в поисках далекого дома. Она будет храбро сражаться, изрыгая яд на врагов призвателя. Вероятно, ее зовут Аврелия. Я это не читал, блин. А как я так, блин? Где я эти скипаю? Штуки читаю. Блин. Ну, кстати, да, я не подумал о яде. А где-то, блин, был, писал то, что кто-то уязвим к яду. Я забыл, кто. Это с медузы упало? Нет? Нет. Это не медуза. А, у меня хп нет. Ну ладно, тут, наверное, все. Пойдемте тогда вниз. Получается, этот лес закрыли. Кто здесь был? Пойдемте вниз. Так, там я в этот лес попал, поэтому идем теперь сюда. И я застрял. А здесь у нас пока что был только синий круг какой-то на карте показан. Давайте узнаем, что это такое. Там. А, еще полчаша. Кстати, это с лутиком, скорее всего, да? Ой, блин, тут это обрыв. Не, нормально. Кстати, что тут? Может, тут лутик? Нет, ничего не спрятано. А тут спрятан явно что-то. Осколок звезды света. А, это Кзерман Регейн. Точно такой же и в той чаше был. Стоп, а где синий круг? А, вон. А, фига он далеко, кстати. Я думал, он прямо тут уже. Это, блин, не топыри тут спят? Hello. Да, не топыри. Да ладно, ладно, чё вы, спите дальше, мне неинтересно. Это встанет? Соберешься? Ну ладно, двое увязали. Всё, тогда летались. Ну, по-моему, это не собирается вставать, да? А, это ссылочка к чему-то. Ну, из-за того, что мне первый приходит в голову, в первом Dark Souls в саду темных корней были такие же рыцари, которые, по-моему, собирались или нет. Они еще оружие, по-моему, в левой руке держат. А, ну тут много таких этих. Да, тут целое кладбище есть. А! Чё я себя так шугаюсь его? Ты босс? Ты выглядишь как... А, ты пол хп. Четыре, пять, шесть. Всё? Включался. Где моё кровотечение? А, блин. Ну, в хорроры я никогда не играл. Так что не знаю. А, часто я пугаюсь чего-то. Ну, что-то челы тут прям попугают, то, что встают неожиданно так. Причем сам же, блин, подумал о том, что они могут встать. Ну, чел встал. Но у него пол хп было. Он был ранен. Возможно, кто-то еще тут встанет. Ага, ага. Знакомое место, кстати. А я говорил, что это место похоже на то же, где мы вот эту муракумку мою залутали. О, это место фарма 100%. Тут огромное их количество просто.
А, и там мы были уже. Мы там излутали эту штуку. Трестус там дала осколок. А, и тут вот эти волки, которых я видел с этой стороны. Ты чуть не упал, да? Все? Два волка тут? А, нет, ну ничего, два. Да, это оно, это то же самое, тут босс. Ну давайте подеремся с боссом. Опа, фига себе спрятался. Тебе нормально там? Может сверху на него упасть? На тебе, чё, упал? Все, да? Нашелся тут хитрая попа. О, мы можем в эту башенку так зайти. А, интересно. Наверное, пока босс повременим. В том случае, раз тут можно в башенку просто так зайти. Так, ну червяки ползают, я их трогать не буду. Ну тут то же самое, да. Это точно такой же круг. Узилище на грязовом холме. Его также, да, можно осмотреть. И мы потом его осмотрим. И точно так же эти чуваки стоят. О, кстати, вблизи на них можно посмотреть. Икс. Класс. Так, ну где-то два волка я видел. И даже. Ой, не упасть бы. У них ничего не выпало, хорошо. Так, мы поехали в эту штуку сначала, наверное, потом сходим в... к боссу. Так, чел на охране, это обычный. Ну, обычный, на самом деле, даже не интересно. Даже мне интересно. Ну, лошадь, слезь, 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 все. Эти 800 душ. Буду мне столько интересно. А дайте мне другой щит, наверное, хочу. Хотя... Блин, почему средний щит не умеет парировать? Супер бесит. Что тут у нас? Ага, чел встал. Челобольшая пушка, кстати. Не уверен, что ее можно парировать. А, это обычная пушка. Ясно. Сундук. С ловушкой, блин. Сундук, ловушка, да? А, блин, я сейчас сверху этой штуки, блин, не был. Как мне это не забыть? Давайте метку поставим, а то я забуду. Сюда. Знаете, она поставилась? А, идеально поставилась. Ой, сундук, да? И ловушка отсутствует. Ладно, поверим. Я поверил, на самом деле. Талисман со стрелой. А, талисман со стрелой. Вот талисманы, кстати, пока не понимаю, как они сортируют. Увеличивает эффективную дальность луков. Талисман с изображением трех стрел принадлежал охотнику или зверей, повышает эффективность дальности луков. Ну, понятно. Ну, блин, пока у нас один слот для стрел, о, для колец, носить всякие непонятные кольца, это такое себе. Хотя у меня нету и понятных колец. Это для лучников. Я, кстати, не знаю, как здесь лучники себя чувствуют в этой игре. В других дарках лучник — это худшее просто изобретение. Никому не рекомендую. Самый скучный геймплей в мире. Так, я хочу все-таки наверх, наверное, прежде всего забраться. Так, а здесь есть? А, ключ... Да, есть, это резалка, короче. А, вот она, кстати, стоит. А поехали на другую сторону, быстренько скатаемся. А, даже через великана было. Я это что, тут агрится? Плевать на волков тоже, то, что агрится. Я хочу запрыгнуть туда. Я запрыгнул сюда.
Это сейчас не помешает. Ах, великан. Получилось. А, получилось. Чё получилось-то? Получилось-то чё? Ой, я, кстати, наверное, могу... Стоп. Ну-ка. Где это лучше сделать? Чё я сюда запрыгнул, блин? Мне кажется, я не запрыгну там эти окна. Но здесь в теории нету окон. Ну нет, есть, там не запрыгну. Учитесь, чуваки. Вот так вот надо паркурить. Вот так вот. Ну, на крышу, я не знаю, можно, мне кажется, запрыгнуть, но там ничего нет. Потому что слишком сложно, навряд ли туда что-то ставили добавлять. Из-за того, что так сложно запрыгнуть.